Приветствую всех! Сегодня мы отправляемся в кафе Юдали. Это кафе имеет несколько особенностей, о которых я вам сейчас и расскажу. Во-первых, интерьер. Он простой и уютный, здесь много цветов и мягких игрушек. Это кафе подойдет как для свидания, так и для семейного отдыха. Во-вторых, это книги. Здесь можно найти как детские книги, так и что-то посерьезнее. А также здесь есть раскраски и цветные карандаши. Так что можно занять детей и спокойно насладиться чашечкой кофе. В-третьих, здесь вкусные напитки, а их подача очень красивая. Ну и в-четвертых, эти баночки, в которых подаются напитки, вы можете забрать с собой домой и использовать их снова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие прогулки. Всем спасибо за просмотр!